Вулкер поддержал повышение цен на газ в Украине. Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины считает, что повышение цены на газ поможет в реформировании энергосектора страны. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Вулкер считает, что повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора в стране. Об этом в субботу, 27 октября, он заявил в интервью Интерфаксу. По его словам, сделав этот шаг, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере, сказал Вулкер. Он также добавил, что система субсидий должна будет смягчить рост цен для семей с низким доходом. Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены, сказал дипломат. Ранее Кабмин опубликовал постановление о том, как будут повышаться цены на газ для населения. Как сообщалось, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.